Всем привет, пацаны. Сегодня я езжу один. И одному вообще непривычно разговаривать. А езжу я один, потому что это такая экстренная выездка получается. Никого собирать я не буду, потому что времени нет. Много новостей. Сегодня все расскажу. Если успею, конечно. И новостей, связанных с велосипедом, и со мной, и с ближайшей неделей, все расскажу. И когда один ездишь, вообще непривычно разговаривать. Потому что собеседник-то находится за камерой, да, за монитором, где вы сейчас сидите, вот тут. Чувствуешь себя каким-то дурачком. Ну ничего, это нормально. Сегодня думаю проехаться по лесу, вокруг. Сделать крюк, точнее круг вокруг леса. Буду ехать быстро чуть-чуть, задыхаться, потому что тороплюсь, никого ждать не надо. Себя проверю как раз. Ну вот так вот. Из новостей про велосипед. У меня на нем ничего не менялось, но с момента его покупки. И сейчас это все начало потихонечку сдаваться, терять свою прочность и ресурс. Но уже ресурсов там нет. Первые начали помирать покрышки. Сейчас моя задняя покрышка умерла полностью. Вот, продолжая тему с покрышками. Покрышек у меня не осталось, грубо говоря, от задней ничего. Смысл в том, что она начала просто прожевывать камеры, потому что она истерлась, вылез корд. Она и задралась, и буквально за недельку поездок до магазина она съела у меня все камеры запасные. Такие дела. Сейчас я езжу на бушной камере с покрышкой, бушной тоже. Ух, ебать, дерево сгорело, а мне показалось, там кто-то в плаще стоит. Камера изживалась, изорвалась, истерлась. Она жрет покрышки, как, блядь, монстр какой-то. Нужна замена обеих покрышек. Не буду же я одну покупать, правильно? А сейчас я нашел бушную процентов на 60-80 покрышку с камерой. Поставил себе, кое-как натянул. Такие же 26-е, только чуть пошире. У меня было 2.10, стало 2.30. Посередине у нее протектора нету. Но это, как обычно, накат. Накат стал похуже. И цепь подрастягивается уже конкретно. Я через переключатель как-нибудь ее натянул, но все равно ощущается, что она провисла. Ну правильно, велосипеду за 5000 километров на нем ничего не меняли. А кто-то через 700 тысяч меняет. Ага, кусты. Там кусты. А тут, вот тут. Тут вот тут новая тропинка. Ой, блядь. Я не знаю, куда ехать-то, блядь. Что такое? Я потерялся. Ох, ебать. Гром, ребят. Гром. Идите. Все. Какой-то развалил дорожку. Поговорим о погоде. Погода, грубо говоря, точнее, мягко говоря, отвратительная. Жара плюс 30, плюс 35. Огромная влажность, просто пиздец. Извините за слова такие, но это так. Парит неимоверно. Выходишь на улицу, как в баню. Из-за этого ездить, ну, вообще не в кайф. Потому что выезжаешь, и у тебя жопа мокрая. По дефолту ничего не делай, ты потеешь, ты стоишь, ты потеешь. Бля, крапива. Ах, ебать, куда я заехал, ёпта-мать. Значит, такие дела. Тропинки, которые никем не используются. Пацаны, где я?
О, яблони. Дичка. Яблоня упала. Да. Вроде чистый. Ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Ага. Где мы выезжаем? Выезжаем мы, блядь, прямо из-за кустов. Прямо в ебеня какие-то. Ну что, ребят, здесь никто никогда не ездил. Я вам показываю неизведанные дали, блядь. Я что, ничего не записывал? Я ничего не записывал? Интересно. Кто-то хотел посмотреть дорожки. Велосипедные. Смотрите. Правда, я не знаю, куда ехать. Потому что велосипедные дорожки, в принципе, это все. Все, что здесь есть, я считаю, за эти дорожки. И не говорите, что там была асфальтированная дорога, я там уже ездил. О, грибы. Ребят. Смотрите, дождевик. Натуральный дождевик. Споры. Вот. Споры. Еду я сейчас по выгоревшей территории бывшего леса. Ну, сейчас я это лесом не назову, да? Это не лес, это хер знает, что такое. Тут всякие вот тропинки есть, которые были когда-то меж деревьев. А сейчас они непонятны. Из чего? Шмелики вон летают. Красота! Сейчас надо выехать до какой-нибудь тропинки. Уколола что-то, бля. Потому что я заехал в какой-то поебень. Вот сгоревшие деревья, которые были здесь где-то, не знаю уже сколько лет прошло. Лет 10 назад, скажу. Точно попаду, что они здесь были 10 лет назад. И насчет частоты выхода видео. Я не очень горю желанием часто их выпускать. Потому что хочу, чтобы качество видео улучшалось с каждым видео. То есть каждый раз было что-нибудь новое, новое, новое. И чтобы назад не откатывался в плане этого. Кстати, множество грибов этих. Откат в плане прогресса на видео будет. Но это никуда не деться. Вот как сейчас. Мне, например, сейчас не нравится то, что я езжу хер знает где, занимаюсь хер знает чем. Интереснее же куда-то поехать, да, целенаправленно. И хотя бы знать, куда ты и зачем едешь. А не вот так вот бесполезно ездить кругами. Или непонятно чем. Меня пугают деревья сожженные. Это такая жесть, ребят. Кажется, будто за тобой кто-то следит в поле. Представляете, да? И вот в таком поле, и никого вокруг нет. И вам кажется, что за вами кто-то смотрит. Ну, это минимум прикольно. Сейчас еду по какой-то тропе собачьей, блядь. Тут трава более-менее утоптана. Вот здесь кто-то ходил, видите? Вот тут. Я вот по ней езжу. О, бля. Прям в мошонку ударил. Блядь. Не ездите так никуда, ребят. Это какая-то пизда. Не, ну, я не знаю, что делать. Я нашел все проблемы. Я их хотел, я нашел. Ну, что делать? Ехать надо вперед. Вот поэтому я говорю, ребзи, ездите целенаправленно. Чтобы не было такой херни у вас. Чувствую себя мотоциклистом, но мотоцикла-то у меня нет. Понимаете, что дарит велосипед, да?
чувство того, что у вас что-то есть, чего вы хотите, но у вас его нет. Да, просто пиздец. Ну, придется выходить. Поехали. Ну и в то же время крапива. Ебать, пацаны, пизда, палка в колесо попала, пизда, это называется погнул спицы. Ноги все ободраны, все чешется. Не ездите по кустам, пожалуйста. По мне уж какая-то хуйня ползает. Надо бы осмотреться, чтобы никакая параша по мне не ползала. Нахер, ребят, такие маршруты. Говорю, не езжайте туда, куда не знаете. Бро, колючка по пальцу ударила прям по кончику. Как бы палка меж колес не попала. Опять. Я вообще живой. После такого не живут. Значит, вот дорожки. Наши дорожки долетинские, лесные, для велосипедистов. На самом деле, это какая-то, блядь, дорога обычно. Ну, вот так вот. Что бы вам рассказать? Ну вот, я сегодня должен быстренько откатать. За сегодняшний день же отмонтировать видео, выложить его, сделать все, что надо. И уже завтра, вот прям сегодня, если видео выйдет завтра. То есть сегодня 1 августа, я должен выложить видео. Отснять, выложить, смонтировать. Завтра я уже уезжаю. На недельку. На юг. На родину. Ну, вы, наверное, не заметите того, что я куда-то уеду. Потому что у меня видео и то выходит раз в неделю. Ну, потому что, блин, не всегда получается что-нибудь придумать прикольное. Чтобы это было интересно смотреть. Как, например, видео прошлое. Не всегда такое настроение. И сил много. Я что-то себе погнул. Я погнал петух. Ребята, петух погнут. Хотел выехать записать видео насчет того, что все плохо, что у меня жуются покрышки с камерами. Кстати, вот китайская камера, которую я взял на пользование. И, в общем-то, вот. Сейчас вам покажу прикол.
ну, всякие. В общем, вот я погнал петуха, блядь. Пиздец, под замену, нахуй. Не, я понимаю, конечно, что можно его выровнять, там, вытянуть чем-нибудь. Но чем? В общем, велосипед хочет, чтобы его обслуживали, им занимались. В общем, переключатель погнут. Это плохо. Конечно, рукой я его хер, блядь, выгнул. Да? Да, это же металл. И звезды криво стоят теперь. Да. Ну, теперь не удивляйтесь, то, что у меня передачи щелкают. Или что-то с ними не так. Теперь они, блядь, по-любому будут щелкать, потому что я наехал на сраную... Блядь. Сраную чертову палку. Ну, все. Минус камеры, покрышки, погнут петух. Скорее всего, я его выпрямлять не буду. А буду я его заменять, наверное. А может и нет. Посмотрим. Велосипед ломается. Велосипед ломается. Лес устанавливается ГБФ фонд Тольятти на благотворительные средства холдинга Сибур с 2011 года. Чё-то нихера. Он не восстанавливается. Да. В общем, такие делишки, ребят. Не знаю, как вам, а мне уже хватило. И сезон заканчивается. Я вот думал, что поезжу еще один сезончик на этом обвесе и буду менять. И также думал про покрышки. Да нихера подобного. Придется менять все этим сезоном. Этой же ночью. Ночью, говорю. Вот я дурак. Этим же летом. В этом же году. Как бы сейчас колесо не отвалилось. Что-то меня подводит велосипед. Недоволен я им. Ну, почему это я говорю, что я велосипеду недоволен? Это же я туда поехал, правильно? Правильно. Это же я ему палку в пиццы вставил. В спицы. Значит, я виноват. И менять тоже мне. За свои деньги. Кстати, ребят, спасибо, что смотрите. Я думал, что не будет такой активности уж большой. Какая у меня сейчас на канале. Ну, вообще приятно, так что меня люди смотрят не только с России, а еще и с Украины, с Беларуси, с Казахстана, еще с некоторых стран. И всем привет! Много людей с Украины смотрят меня. Вообще круто. Завтра я уезжаю на свою историческую родину, в город под названием Нальчик Кабардино-Балкарской республики. Пробуду там недельку. Может быть, что-нибудь поснимаю. Если хотите, конечно. Так-то я поснимаю по-любому, но насчет выкладывать, не выкладывать, сами решайте, вам надо это или нет. А я уж посмотрю. Кому это интересно, кому это надо. И у меня такое ощущение, что я вот сейчас еду, и у меня заднее колесо виляет просто. Вот просто ходит сзади. Будто ездит само по себе. А я его передним ловлю. Всякие звуки мерещатся. Что-то у меня сегодня со психикой не так. И они всякие. Ребят, по-моему, у меня это маниакальный психоз. Мне кажется, что за мной кто-то следит. И что что-то грохает сзади меня. И тени какие-то бегают. Вот это да. Ваш Марк. Крыша едет. Вот это да. Вот это прикольно. Сразу говорю, видео будет ни о чем. Видео будет просто информативное. Информативное. Ну, чуть-чуть поинформативнее, чем обычно. Будет одно предложение в 40 минутах, нужными для вас. А остальное будет ничем. Много планов, кстати, вот было, которые не осуществились за эти месяца. Не знаю, как так получилось. Думал, что как бы лето, да, дел не будет. По дому и личных дел, связанных с учебой. А вышло оно, вот оно как. Дело вышло больше, чем в обычный учебный год. Хотел я съездить на электричке, съездить на ночь с палатками. Да, что-то нихера из этого не получается. Обидно. Я не хочу, чтобы это видео получилось таким пессимистичным. Правильно? Надо же быть веселым. О, питбайкеры. Их-то я и слышал. Улетел вот в ту сторону. Ну вот, о чем-то я. Попил воды, достал яблоко. Настала какая-то
черная полоса. В принципе, она должна была быть по всем законам, да? У меня был потерян кейс водонепроницаемый от камеры с крышкой без дырок. Ну, чтобы воду опускать, да? Вы, наверное, в группе видели, если кто сидит у меня в группе. Случилось это при очередной покатушке. Просто возвращались домой, было темно, я уже уставший был. Ну, вообще задолбанный. Вот опять. Я просто положил кейс, не знаю куда, мимо кармана в рюкзаке, он упал. А я это не заметил, потому что было уже сумеречно. И он там лежал. Неделю, представляете? В траве, около дороги. Мы туда приезжаем. Я подхожу к тому месту, где я мог его потерять. Ну, я помню это место. Я в голове все варианты уже пробирал, где я мог его оставить. Прохожу 10 метров в сторону от того места, где я думал, что он может лежать, и нахожу кейс. Открытый, лежит. В нем уже паутинка какие-то там, паучки что-то сплели, пыль, все дела. Но я, в общем, таки прихерел от того, что он пролежал там недельку, я его нашел. Ну, нервы мне это потрепало, потому что это херня такая. GoPro-шка там Hero 3 Plus, и этим плюсом она отличается, то, что она там меньше по размеру. И кейс какой-то замудренный, блядь. Тоже маленький. Думал, все, заказывать буду. Хер знает, сколько ждать. Но ничего, нашли. И потом проходит после этого момента где-то дней... Ну ладно, дня три. Дня три проходят. Я топлю телефон. Представляете, вот этот ноут второй, который я всегда использую, вам показываю, там вот эта лопата черная. Просто, блядь, беру и топлю. Топится телефон. Он пролежал в воде где-то минуту. Он загорелся под водой. Я быстренько достал его оттуда. Вытащил батарейку. Передачи прыгают. Это ничего удивительного. Вытащил батарейку, положил на ночь его куда-то на тряпку. Проходит ночь, утро, и днем он включается. Представляете? Без всяких глюков, всяких лагов. Просто берет и включается. Я, конечно, охерел. И получалось бы, что я потерял кейс, телефон. У меня были проблемы с велосипедом, какие они есть сейчас. Получается, какая-то полоса серьезного везения. Сегодня я далеко ехать не хотел. Просто рассказал, что у меня будет отдых на недельку. Вы меня недельку не увидите. Рассказал, что случилось. И, в принципе, все. Вообще, по идее, такие видео должны длиться минуты. Минут 5 от силы, да? Типа человек сказал, что он уезжает на отдых. Там, не теряйте парам-папам, что-нибудь вам сниму. А у меня это, как обычно, затягивается на сломанные детали у велосипеда, какие-нибудь приключения и куча истраченных сил. Переключатель трещит, блядь. Но что поделать? Все зарастает. Я еще и переключатель погнул. Люди смотрят, не понимают, что он говорит, блядь. С кем он разговаривает? Просто у меня все трещит, все хлестит. Вот палками говно наделала. Она, наверное, еще где-нибудь и спицы погнула. Теперь я понимаю, что палка в колеса — это не только расшибленный лоб с коленями, а еще и погаженный велосипед, блядь. Кстати, помню, у меня видео есть, можете посмотреть, как я сюда зимой добирался. Это было или 14-й, или 15-й год, но, скорее всего, 15-й. Как я вот... с другом Ромой ездил
зимой по частникам, по городу сюда приехали. Как я вот здесь с велосипедом в руках бежал, а снег был по колено. Очень прикольно было.